Студентам стоит брать с собой на учебу не только тетради и учебники, но и оружие. С таким призывом выступил ректор университета Либерти в американской Вирджинии. По его словам, эта мера поможет предотвратить вероятные теракты. Он также отметил, что стал постоянно носить с собой пистолет после событий в Калифорнии. Там, в городе Сан-Бернардино, напомню, супружеская пара расстреляла посетителей в центре помощи инвалидам. Погибли 14 человек. Нападение на учебные заведения в США также происходит пугающе часто. Последний такой случай произошел в октябре в штате Орегон. Вооруженный мужчина ворвался в колледж и убил 10 человек.